От этого номера захватывает дух как у детей, так и у взрослых. Финалисты шоу «Минута славы» силачи Дмитрий и Руслан творят с бревнами, вес каждого из которых 120 килограммов, что-то невообразимое. Каждый день у них по нескольку выступлений. Мы были недавно в Якутске, там вообще было 5 представлений подряд. Вот представляете, если бы я его, когда оно только вот, я его с базы беру, оно 120 килограмм, ну реально 120 килограмм. Вот представляете, я бы 5 раз на день бы эти 120 килограмм тягал бы, я бы сдох. Ну реально, мужики, да, он сейчас где-то килограмм, ну может 70 весит, когда оно высыхает. Номер «Силачи с бревнами» – один из ключевых в новой шоу-программе «Цирк на воде». В Прикамье труппа впервые для пермяков подготовили сразу несколько сюрпризов. На арене будет и захватывающее сражение человека с крокодилами, и бесстрашные канатоходцы. Премьера очень волнительна, поэтому иногда как бы так не слышишь, как принимать. Но вообще хорошо, да, спасибо публике. В новом шоу сразу две стихии – огонь и вода. На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов и захватывающей игрой света. Жили у бабушки два веселых гуся. Ну, конечно, какой же цирк без братьев наших меньших? На манеже цирка можно увидеть более 30 животных, как водных, так и не очень. Это тропические попугаи, еноты, дикобразы. Первые счастливчики премьеру уже оценили. Водное шоу в пермском цирке пробудет в краевой столице с 17 декабря по 15 января. Руслан Пепеляев, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».